Ребята, рекомендую вам подписаться на канал Колямба ТВ. На этом канале, ребят, выходит очень разнообразный контент, ну а самое главное, что видосы здесь выходят довольно-таки часто. Так что, если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, ссылочка будет в описании. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы с вами записываем золотую делечку. Будем опять записывать ее на мультах, так как на мультах вам всего больше... Больше всего нравится эта тема, не знаю почему, но такого дела. Вот, будем записывать сегодня с Жук Плей, поздоровайся. Всем привет. Вот, ребятушки, у него есть тоже свой каналчик, так что ссылочку я на него оставлю в описании, там заходите, тоже подписывайтесь, и все будет чётенько. Так, ладно, давай погнали, забыл, как голды кидать. Да. Вот, ребята, первый, так сказать, ну не первый, вообще у нас дуэлечка будет на карте Иранчик. Не знаю, что из этого получится, но думаю, получится довольно-таки эпичненько, да? Ну да. Ты же не заметил? Три гол будет у нас там. А, окей, ну я тогда поехал. Я тебе отвечаю. Удачи. Шо блин, а у меня ДДшки нет. А-а-а, вот оно шо значит, да? Михалович, вот оно значит чё. Понятно, у меня аптек нету тоже. Давай покупай аптеку и сразу же кидай следующий на золотой ящик. Нифига себе. А я такой думаю, а что ты, блин, не наришь аптеку? Вроде как бы со второй плюхи или с какой там я тебя должен, по идее, как бы снести. Думаю, не знаю, ну стесняется, может быть, мне первый голд хочется дать. Но, тем не менее, ребята, первый голдик я, так сказать, свою копилочку уже положил. И сейчас ждем, пока у нас Жук Плей закупится аптеками, чтобы все было вообще просто на ИСОГО. И мы, так сказать, продолжим эту золотую дуэлечку. Так, ну что ты там? В принципе, ну да, вот. Давай. Гольдик у нас следующий полетел. Так, ну мы полетели его, конечно, искать. Хер, короче, знает, где они тут падают, на самом деле. Я единственный, который точки знаю, это середина и вот эти края. Все. Да-да, то же самое. Остальные, в принципе, точки я вообще не... Короче, не знаю, где они падают. Так что, ребята, будем немножечко наугад кататься. Чё, по-моему? На центре нет, на краях. Чё завис? Хитрюга, а? Не, братан, это не я завис, это ты вход лагаешь. Жук Плей, живи! Хэштег Жука Плей, живи! А чё такое? Жука Плей, ты тут? Алло? Алло? Жук Плей? Мы тебя потеряли, походу, да? Ну, вроде сигнал в скайпе все отлично, так что не знаю. Может быть, у него и интернет лагает, так что... Сейчас, ребята, я поставлю на паузу. Мы здесь все дела, короче, решим, и я вам... Ну, короче, переподключимся. Так, ну что, ребята, мы уже опять же прогрузились. Жук Плей там исправился неполадки с интернетом. Так что давай, кидай уже у нас следующий золотой. И мы его поедем искать. Золотой наш ящичек. А ты его сразу нашел или так чисто решил меня потроллить? В принципе... Ебич, get away! Так, ладно, давай. Гольдик пошел, гольдик... А, блин, у тебя же аптечек мало. Я забываю, что тебя лупить не надо. Такими. Вон там возьми аптечку, в туннельчике лежит. Да ладно. А можешь ее сцыганить. Так, окей. 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 О, блин, ты нашел тоже точку? Не. А где точка? Я не знаю. Ты видишь ее? Мне кажется, она на центре. Нет. Давай ты на центр поедешь. Да нет. А, Жук Плей. Он что, уже летит? О, нет. Вот теперь да. Жук Плей! А, Жук Плей! Жук Плей! Япона, вот мать! Это что это вот сейчас это было?
Так, ну окей, я жал, в принципе, 4 голдика, ты пока 2, так что у меня еще не все потеряно. Мне, в принципе, надо взять еще, по сути, 2 голда, и все будет просто на язычах сделано. Не надо тебе брать голды. Думаешь? Уверен. Ну, блин, мне кажется, это будет и эпичненько. Если я просто возьму и дожму у тебя голдик какой-нибудь. Не-не-не, чувак, да, это вообще... Херовое, да, дело? Да. Ну, я тебя понял. Ну, то чё ты сюда поехал, скажи? Я на самом деле просто хотел тебя найти, чтобы посмотреть, где ты у нас тут обитаешь, и где у нас ты хочешь эти голдики у меня отжать. Окей, я тебя понял. Я тебя, братан, понял. Ты у нас что-то лютый тип, да? На тебя за это плюхен сегодня. Так, окей, давай. Забрась у нас еще золотой ящик. Счет 3-4, да? Ну, что-то такое там. Ну, что-то такое, да, там? Ну, окей. Не бери аптеку. Ладно, спасибо. Я ее не буду брать. Я ее оставлю тебе и вручаю. Вручаю, так сказал ему тоже мне. Выручатель херов. Ну, окей, сейчас найдем почту. Я думаю, ты уже нашел. Ой, я в тебя врезался. Где точка, да? Я хз. Я ее не вижу. А где ты? А я не знаю, где. Ага. Ай-яй-яй, а... Юй! Какой там счет? Счет 5-3, да. Именно такой счет. Смотри, у тебя еще, в принципе, если ты у меня 3 голда отожмешь, у тебя есть вообще прекрасные, шикарные шансы вырваться в ничью. Ну, это да. Так что давай, дерзай. Чё, дюк, плей? Чё там стоишь, а? Не знаю. Нет, чувак, ну не надо, хоть ты не стоишь. Думаешь? Блин, не надо. Ну ладно, жук-плей, я не буду прыгать. Я прям тебе доверюсь, не буду прыгать на этот голдик, и ты его у меня отожмешь, да? Спасибо. Я успевал, по-моему, подняться туда. Да, ты успевал туда подняться, но что-то не поднялся. Так, давай, у нас впереди еще целых 2 голдика. Нет, уже последний, все уже. Это последний? Да. А, точно, да, я сейчас 6, и это, да, последний. Чё, да, блин, 6, я немножечко туплю. Надеюсь, хотя бы четвертый отожму по скилу. Да, зачем он тебе нужен? Действительно. Зачем он тебе такой просто грех на душу брать, как голдик? Давай лучше вот я вот эту всю парашу на себя возьму. А, ну окей. Он чё, что ли, на центре? Его же нету. Не-не-не. Ты чё, дюк, плей, лагаешь? Знаешь, нет. Ну, я его здесь тупо не нашел, так что, можно сказать, ты его взял заслуженно. Так, ну что ж, ребятушки мои дорогие, вот такая у нас получилась золотая дуэлечка, я так думаю, она вам очень сильно понравилась, и в этот раз я в ней победил. Ну, в общем-то, на мультах я пока вроде бы ни раз даже не проиграл, так что за это обязательно ставьте лайк, также подписывайтесь на канал Жук Плейс, вот ссылочка будет в описании. Ой, ты что-то от меня отстал. Вот, ну а с вами был Вайдер и Жук Плей, всем пока-пока! Всем пока, ребят!